друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами будет рыбалочка. Я надеюсь, мне там видно еще. Мало того, что еще темно, так еще и туман. Так что сейчас еще Санек приедет. Приехали мы сегодня на один бесплатный водоемчик попробовать половить щучку. Туманище прям лютый. У меня с собой есть живцы. Попробую еще на поплавочку на живца. И совместно буду кидать спиннинг. Рыбалка сегодня будет у нас с лодочки. Здесь у нас есть щучка, окунек. Давно я на этом пруду не был. Даже не знаю, есть тут рыба, нету. Но не проверишь, не узнаешь. Так что давайте собирать лодочку и вперед. Да, друзья, лодка пролежала ночь в машине. Деревянная, еле развернул. Вот это вот минус ПВХ этих лодок. А так, в принципе, нормально. По снастям у нас все абсолютно то же самое. Та же самая азурка. Крюгер мой 2000. Сейчас привяжем поводочек. И все будет заргут. Ну, Саня приехал. Ты с фонарями. С фонарями прям. Гараж пока заехал, пока все подостал. Наш еще колебло взять на всякий случай. Да я тоже взял. Ты тут был уже, Витал? Нет. Смотрю, тут коряшки, походу, присутствуют. Ага, я цепь не взял. Кстати, я тоже не взял. Посмотрел вчера на него, думал, да его нахрен. Ладно. И... Оп! Ох, какая маленькая, удобная, йо. После того корыта здорового. Вот хочу, я хочу вот это просто продать, кому под мотор шикарно. Да, время у нас почти 8, а туманец никак не садится. О, какие-то маленькие рыбки прыгают. И вот такие у меня карасики. Сейчас под спинку мы его проденем. О. И пускай он плавает. Щукарей ищет. Так, куда бы тебя закинуть, чтобы ты мне не мешался? Все. Плавает. Мне говорили, тут ловят на блесна. Давайте, наверное, тоже мы начнем с вами с блесенки. Тут еще окунек есть. Вон окунька. Если что, потом погоняем. И погнали. Блесну ловлю обычно. Закинул, дал опуститься. И потихоньку мотаешь потом. Когда клюет, она прям... Сейчас поплаваем, поищем. Можно во время этих самых делать паузы, чтобы блесна легла на дно. Что ты запила? Блесенка легла на дно. И потом плавно поднималась. Так, что мы тут? Так, ты что тут запел?
Да, интересно, ребят, все-таки приезжать на новые водоемы, когда ничего не знаешь абсолютно. Что тут? Где тут? На что тут? Когда? Во сколько? Свой какой-то азарт в этом есть. Живец пока тоже молчит. Оп! Вот поклевочка. Прям подлодка. Дук. Прям подлодка. Прям долпаю. Это хорошо. Сейчас вам продемонстрирую рыбочку. Ё-моё. А вот плохо то, что я дневник не взял. Вот это плохо. Ладно. Сейчас мы как-нибудь тебя достанем. Сань! На железо. Да. Так. Это, конечно, все хорошо, но вот пинцетик. Точнее, не пинцетик, а этот. По-моему, я не взял. Так, сейчас мы ее отцепим. Вот эту вот подружку. Ну, такая. Скилушку. Ну, все, ребят. Отделался с вот этой красавицей. Ну, вот она. Живец молчит. Живец пока молчит. Так. Давайте попробуем ближе к камышу. Не понял, что это было. Что-то похоже на поклевку, ребят, было. Прям тупик. Что-то похоже на поклевочку было. Ребят, поклевочка хорошая. Прямо сдалека взяла. Опять на то же самое. Пойди сюда. Живец молчит. Она блеснула уже. Тихо, тихо, тихо. Тихо, куда ты, куда ты? Вот и вторая. Это покрупнее. А взяла-то... О, как взяла, так и отцепилась. Вообще за краюшек, краюшек. Ну, красота.
Вообще взяла там на краешек, вон в подсаке отвалилась. Сейчас вам покажу рыбульку. Ну это такая уже закилушка. Где-то кило 200, кило 300. Так, давай чуть-чуть подписчикам попозируем. Ну вот смотрите, какая. Это тихо. Короче, видели вы какая. Хватит, расплавалась. Под камышиками схлопнула. Ну что, ребят, две поклевки. Точнее, три поклевки, две рыбы. Ну это прям взяла вообще там в подсачнике, он сошла. А первую взяла хорошо, заглотила прям конкретно. Так, давайте мы поменяемся, какую-нибудь другую повесим. О, вращалочка есть. Давайте-ка на вращалку покидаем. Здесь самое ей место. Хорошо. Оп. Че он живца не хочет клевать, непонятно. Оп-оп-оп. Оп. Вот такая. Мэпс. Троечка. Приплыл. Ребят, вот такой вот интересный заливчик. Но тут коряги торчат. Тут глубины вообще нету. Сейчас, наверное, я поставлю блесну, которую не жалко оторвать. Так как я цепь не брал. Что-нибудь попроще сейчас мы зарядим. А то жалко отрывать блесенки. А цепь надо было брать. Не заниматься ерундой всякой. Так, что мы тут имеем? А там 15 грамм. Что-то вообще непонятно. 12 грамм. 12 много. Во. Я вот такую десяточку поставлю. Ей популяюсь тут. Летит хорошо. Прям вообще отменно. Трава. Так что наши живцы там не бегают? Ну бегай. Спишь там. Чего ты? Травы набрала. Понятно. Раз так. Время уже начало 11-го. Капризная. Туман еще даже не рассеивается. Санек там плавает. Я сейчас сюда в заливчик приплыл. Что-то здесь вообще такие перспективные места. Прям камышики. А что самое интересное, на живца вообще ни одной поклевки, я не знаю. Сено в блесну поймал еще, двух штук я поймал. И, наверное, парочку у меня еще поклевок невнятных были. Так что сейчас я буду отсюда, наверное, куда-нибудь туда куда-нибудь поплыву. Так что погнали дальше искать зубастых. Оп. О, прям под лодкой. Прям под лодкой. На вращалочку. Ну-ка. Опять вы занимаетесь этой же ерундой. Причем, ребят, я вел, у меня блесна сбилась с проводки, за что-то цепанулась, она ее долб. Так. Все это, конечно, хорошо. Но без зевника нехорошо. И вот эти вот щипчики, это фигня. Карандаш небольшой. Жабру повредил. Так ты там хорош, тебе там носиться уже. Давай мы тебя сейчас на кукан посадим. Если ты выживешь, то я тебя отпущу. Хорошо?
Давай-ка я по середочке отплыву, покидаю. Там что-то кидал. А ты на какую блесну? У меня это, блядь, класса мотыка. Ага. Она потяжелее этого. Да, там, блядь, воздух. Так. А попробуем. Покидаем. Да, обычную колебалку кидал, ни хрена, вертушку поставил, ту-ту, и прям в заглот. Мэп-стройка. Ребят, приплыл какие-то кучеря, даже и не снимал. Сделал заброс. Тут травы по самой не балуйся. Она его долб. Опять некрупная. Некрупная, мелкая. Даже я думаю, что тут снимать? Тут одна трава. Кого тут ловить я собрался? Ну, взяла и утюг. Что это? Это вообще не серьезно. Такая грамм 700. Да и то, какие там 700. Грамм, наверное, 600. Так, где мои эти шрайбикусы? Еще. Ох, ё-моё, как моя тяжелая блесна. Тут типа кувшинок, что-то такое. Тихо. Вылетаешь как бешеная. Оттащилась, думал, что-то там прям, ух. Даже и поклевку не чуял. Думал, хорошая. Оказалось, просто травы много. Да, прудик, конечно, интересный. Щуки тут много. Разные, о, трава. Трава тут замучает. Не даст порыбалить. Вот оно. Тихо. Да тихо ты. Что ты делаешь, твою ж налево? Ну и нахрен ты, папа, закрутилась. О, все, мандец под соку. Вот бешеная, блин. Открывай рот. Подсак, зачем сломала? Ну что, ребят, сломала, зараза, этот подсак. И подсак сломала, и поводок выкинул, папа изогнул, какая-то бешеная крутилась там. Ну, все равно. Уже неплохая такая щучка. Ну, неплохая, килушные. Тоже недалеко от лодки, прям тутух ее.
Все на одну и ту же. Атом серебристый. 12 грамм. А хороших мамок почему-то нету. А может, просто не нашли. Это вот вообще он на чистом. Так что продолжаем рыбалочку. Тут трава надоела уже. Вот и Сашка поймал щука-рыблу. Наконец-то ты ее дождался. А там поставил. Вот. Ох ты, нихера себе, вот это она его всадила. Вот это сейчас поклевка была, слышишь? Сейчас. Вот, я вон туда кинул, как она ее вхерячила. Вот это сейчас поклевон был. У меня таких сегодня еще поклевок не было. Но у меня вот это... Отказа, раз долбанула и хрен повторяет даже. А то сейчас резину надену, блин. Далеко влупило. Да не, не четверка. Блин, клюнуло хрен знает где. Что-то ты мелковато. Ну-ка, стой. Ах, зубастые, блин. Иди домой. Иди, иди, иди. За бабушкой. Стоило блесну поменять цвет. Ты че получше, Сань. А я золотистую поставил, какую-то там непонятную. Серебро кидал, кидал, она ее хрен. Оп. Во, видишь, опять в подсаке отцепилась. Ребят, серебристую кидал, кидал, не захотела. Взял золотистую ей, засандолил. Она ее сразу долб. Вот вам и блесна. Новая, это хорошо, забытая старая. Такая, килушная. Маленьких потом, наверное, с вами отпустим, которые поменьше. Ну что, ребят, пока рыба не клюет, надо туда самому поклевать. Так. О, кольцо. Красота. Подкрепились, теперь можно и дальше рыбалить. Погодка хорошенькая стала, прям вообще красота. Сейчас еще, наверное, полчасика покидаю, да и хватит. На паузе. Да я ее, по ходу дела, забагрил он. Промазала она.
Или подбагрил. Подбагрил, по ходу дела. Плашмя идет. Клевать надо ровно, блин. Что стоишь, не клюешь, блин? За бочину. Да, уже все, сказала, хорош. Тихо, а то ты мне сейчас тут поспутаешь все. За бочину ее засадил. Ну что, ребят, буду закругляться я сегодняшней рыбалочкой. Хватит, время уже два. Наловили, я поймал, и Санек поймал. Работало сегодня чисто железо. Резину не хочет, мандулу не хочет, ничего не хочет. Ну, здесь щучка не крупная такая, кило плюс-минус. Рыбалка доволен, поклевок море. Некоторых выпускал, какие еще сходили. Ну, класс. Одним словом, класс. Давайте я вам сейчас рыбку покажу. Сколько там штук? Наверное, 6 или 7. Ну, смотрите. Наловил. Ну, блин. Ну, красота. Одним словом, красота. Осенние прям вот, особенно мы ее нашли с Саньком здесь посреди водоема. Прям одна за одной. Полчаса покушал, и все, как будто ее тут и не было. Так что мне рыбы хватит, поеду домой чистить все это дело. Всем, кому понравилась рыбалочка, палец вверх, подписка на канал. Пока-пока.